Позаботиться о безопасности дорожного движения для животных решили в Вильнюсе. Активисты установили по городу специальные дорожные знаки. Внимание, ежик, аэропорт для птиц и место отдыха кошек. Они должны привлечь внимание людей к проблеме сохранения различных видов, обитающих в городе рядом с ними. Помимо знаков, в парках появилась еще и дорожная разметка. Конечно, заставить ежа пересечь тропинку по переходу никто не рассчитывает. Зато это поможет велосипедистам вовремя затормозить при виде колючих пешеходов.